нужны огурцы, помидоры, авокадо, пекинская капуста или листья салатов, маслины или оливки. А для соуса черный перец, соль, масло и лимонный сок. Для начала режем все овощи.
порезали, положили в глубокую миску. Сейчас добавляем маслины или оливки и готовим соус. Соус у нас лимонный сок. В лимонный сок добавляем соль, черный перец и масло. Перемешаем и заправляем наш салат. Ну что, наш вкусный и полезный салат готов! Желаю всем приятного аппетита!